Что происходит сегодня с ситуацией COVID? Мы видим, идет резкий рост увеличения количества случаев. На вчерашний день мы достигли более полутора тысяч. Одновременно с этим идут сигналы с территории о острой нехватке мест не только в отделениях, обычных отделениях, но также и в отделениях реанимации. Более того, лично столкнулся в воскресенье со случаем, когда в Комбратской больнице даже в коридорах не было места, пришлось транспортировать пациента в Хинчерский район. Да, мы же понимаем, Камрад Хенчешты, какое расстояние. сталка добавил, что необходимо проверить порядок получения медиками компенсации в 16 тысяч леев, назначенных предыдущим руководством страны. Я хотел бы напомнить, что эти люди работали в больницах, они не вещали с фейсбуков, из теплых кабинетов о том, как нужно администрировать пандемию. И на фоне этого всего у нас происходит, произошло уже двукратное снижение количества вакцинированных людей. То есть люди не вакцинируются нам с этим всем нужно разбираться. Инициатива депутатов блока коммунистов и социалистов была отклонена депутатами партии «Действие и солидарность».